Всем привет, с вами Голодный, и сегодня у нас анбоксинг геймпада для Xbox One S. Да, я продал свой Хуан до выхода Scorpio. Дело в том, что он мне оказался в последнее время совсем не нужен, учитывая то, что у меня есть очень мощный ПК, который тянет практически любые игры, да не практически, а любые игры на самых максималках. Но от геймпада я никак отказаться не мог, мне он очень удобен. И я заказал себе геймпад от Xbox One S, потому что это доведенная до ума версия. И давайте посмотрим, что же в нем изменили. Заказывал непосредственно у самой Microsoft, доставили очень быстро курьером, но правда коробка немножечко помята. Но будем надеяться, что сам геймпад цел. Геймпад теперь белый, у нас батарейки. Так, батарейки Duracell, как обычно. Ну что ж, и вот он непосредственно сам геймпад. Такой вот беленький. Нету здесь теперь сверху глянца. Стики остались по размерам такие же. Единственная, по-моему, кнопка, которая называется GUID, она, по-моему, стала такое ощущение, что меньше. Самое главное изменение для меня это то, что теперь можно подключать наушники напрямую к геймпаду без всяких дополнительных костылей. Но разъем для хуановской гарнитуры, конечно, никуда не делся, он здесь также присутствует. Итак, давайте ставим батарейки и проверим. У меня в прошлых версиях геймпадов батарейки очень сильно болтались. Так, лампочка загорелась, тоже хорошо, геймпад работает. И да, похоже, работа над ошибками была сделана, теперь батарейки сидят очень плотно, ничего не болтается, ничего не гремит. Также сам геймпад стал более, так сказать, плотно собран. То есть ничего теперь не скрипит, не хрипит. Но если только совсем уж со всей дури на него давить, то, конечно, можно услышать какие-то небольшие хрипы, скрипы, но это уже так можно и геймпад ломать. Что еще? Крестовина вроде как по ощущениям абсолютно такая же. И еще они вроде как поменяли верхние бампера. Да, верхние бампера поменяли. Действительно, ребят, все, кто матерился на то, что им было неудобно нажимать именно на края, теперь можно нажимать на любые места. Бампера теперь работают еще лучше, чем раньше, реально. Я вот прям кайфую. Мне этот геймпад, вот, по сравнению с DualShock, не знаю почему, но мне DualShock, может быть, у меня руки под DualShock не заточены. Ну, мне на DualShock играть менее приятно, чем на хуановском геймпаде. Вы можете называть меня там с билибоем, или как вы там называете. Вот. Ну, факт в том, что я Xbox-то продал, PlayStation 4 у меня осталось. Но от геймпада хуановского я просто не могу отказаться. Он просто у меня лежит в руках как влитой. И расположение стиков мне больше привычнее, когда один выше, другой ниже. К тому же еще и сам геймпад по ощущениям стал легче. Кстати, я вот немного еще подержал этот геймпад, и вот эти вот места теперь у него стали более такие шершавые, чтобы он не выскальзывал у вас из рук, когда вдруг ваши руки вспотеют. Эту версию геймпада теперь еще проще подключить к пекарне. Помимо подключения проводным способом через обычный кабель microUSB, у него теперь появился Bluetooth, то есть вам теперь не нужно никакой покупать адаптер там за 2000 рублей. Достаточно, чтобы у вас на ПК был Bluetooth-приемник. В принципе, и все. Теперь у этого геймпада есть Bluetooth, и вы можете вполне спокойно наслаждаться игрой на этом геймпаде без проводов. В общем, ребят, геймпад просто отличный, всем советую к покупке. Были устранены все косяки, которые были на старте у этого геймпада. И теперь это, по моему мнению, идеальный контроллер для того, чтобы играть на ПК, либо на Xbox One. Учитывая последнюю тенденцию Microsoft выпускать все свои игры не только на Xbox One, но и на ПК, также еще и появилась возможность играть кроссплей, то этот геймпад, просто я считаю, самая необходимая на данный момент покупка. Ну а с вами был Голодный, всем до скорых встреч и пока-пока.